Система православных монахов появилась уже больше 10 лет тому назад. И история появления этой системы интересная, как и моя жизнь, в принципе. Она как-то в одно время, я жил в Петрозаводске, в Карелии, и там познакомился с состоятелем одного из мужских монастырей. Подружились мы, много разговаривали, много беседовали. И в одно прекрасное время он обмолвился о том, как монахи работают с молитвой. Я живо заинтересовался, и он так с такой ухмылочкой дал мне литературу, церковную литературу, мол, на, разбирайся. Все было на старославянском языке написано, мне потребовалось года три, наверное. Я вот там сканировал все эти листы, перепечатывал, переделывал. Суть вопроса заключалась в том, чтобы вот этот церковный лексикон, церковную всю атрибутику перевести на нормальный человеческий язык. И получилась простая в использовании система, которая практически работает в любом направлении человеческого, так вот, человеческой необходимости. Особенно работает на материальном плане. И по сути, по своей, эта система направлена на то, чтобы человек мог добиться, используя эту систему, добиться в принципе любой цели. Своя, не своя, там, навеянная, там, чужая какая-то. Если хочешь, то можешь добиться легко, особо не напрягаясь. Саму систему, что в ней заложено, как бы рассказывать сейчас смысла нет, времени недостаточно, но смысл ее в том, чтобы человек гармонично из теперешнего состояния перетекал в состояние достигнутой цели. Это получается очень такой энерговозбуждающий, проявляющий, что ли, человек на таком духовном подъеме, душевном подъеме, достигает это, ну, знаете, даже слова не могу подобрать, это настолько захватывающая тема, но сложность в этой системе в том, что ее надо прочувствовать. Вот просто на схеме она не сработает. Нужно прочувствовать ее, как бы вжиться с этой системой. Более того, эту систему, возможно, может каждый человек приспособить под себя, под свои нужды, под свои потребности, под свои ощущения. Это так здорово. И когда видишь, когда человек, твой клиент, например, расскажешь ему эту систему, благодаря этой технике все так красиво втекает в свою цель, просто дух захватывает. Это для меня, как для специалиста, как для автора этой, ну, можно сказать, автора этой системы, это очень-очень-очень так вдохновляюще.